Вода – источник жизни не только для людей и животных, но и для растений. Она растворяет питательные вещества почвы, которые всасываются корнями. Если полив недостаточный, то он может вызывать задержку роста растений, формирование плодов, а также снижает их качество. Первое время нужно следить за их поливом. При солнце, сильном солнце, солнечной погоде, желательно поливать вечером, когда спадает температура окружающего воздуха. Также стоит помнить, что избыточный полив вреден. Например, малина становится водянистой, а клубника покрывается плесенью. И наоборот, если после двухнедельной жары обильно полить свеклу и другие корнеплоды, они могут растрескаться. Специалисты советуют, что лучше поливать реже, но обильнее. Желательно поливать не со скважины, а с речки, которая поступает в емкость. Она при солнечной температуре нагревается, и это дает большой эффект. Вообще, потребность растений в воде высока в период прорастания семян. Капусте и корнеплодам вода нужна в течение всего периода вегетации. А луку, например, необходимо при отрастании зелени, а перед уборкой противопоказано. При этом для всех культур дождевой полив особенно полезен. Дождевая вода, конечно, имеет большое влияние на овощные культуры. Дело в том, что дождевая вода является самой лучшей водой для взрастания, произрастания семян овощных культур. Гульжанат Махмутова, Канат Аспагамбетов. Специально для программы «Твое утро».